сделали интересный сериал, но это будет на разрыв. Я не знаю, что получилось, но мне кажется, получилось очень круто, потому что там такие петли из событий происходят. Очень понравился сценарий изначально, ну, прям сразу, как только я его прочитал. Я играю главную героиню в детстве. Это очень важная роль, потому что, как бы, в основном все проблемы идут из детства, и я, как бы, показываю это. Когда находишь правильную идею, вокруг нее начинает все складываться. Десятки историй по семейным процессам были собраны и перепридуманы в сценарии. Всем спасибо огромное за то, как мы делали этот проект, за то, сколько там мы оставили души, сколько мы там оставили себя. Этот сериал точно стоит посмотреть, потому что это история про человеческие взаимоотношения. В нашей истории каждый себя узнает. Сложно лично, в меру провокационно. Для меня Оксана Акиньшина раскрылась с новой стороны. Бывает, когда ты читаешь и чувствуешь, что это будет круто. И когда ты потом смотришь, думаешь, ну вот, все так, как я читала. Я ожидаю крутого подъема этого сериала. Очень мощный сериал с безумно крутым актерским составом. Смотрите «Неверный новинку».